вот такие. Вот такие. Подожди, Саш, давай все покажем, все, что мы заказали. Мы заказали вот эту куколку Лотти такую, сейчас мы ее откроем. И к ней еще дополнительный наряд одежды. Мы заказали набор такой, делать браслетики. Не-не-не, Сонечка, мы сейчас будем куколку Лотти. Эксперимент с лавой. И, ага, еще и такую досточку. Такую досточку для пластилина с формочками. Курточка, сапожки и шлем. И мы будем переодевать. Мы из-за этого не заказывали точно такую же. Штеффи сидит в ожидании своей новой подружки. Смотри, платье. Это сумочка и сандалики, туфельки летние. За выступ вот этот. Ой, вот так вот, да. Вот наши платьицы такой с желтыми кармашками сзади на липучке. Сумочка, да? Будет она эту сумочку носить? И гулять. И гулять будет с этой сумочкой? Да. Волосики вообще очень приятные на ощупь, супер гладкие. По сравнению с Штеффи, вот у Штеффи не такие. У Лотти волосы намного более качественно сделаны. Вот она, мы ее достали, мы ее открыли. Ты хотела эту штучку снять? А Сонечка, там не получалось, ты бы не сняла, зайка. Было очень трудно, Сонь. Было очень трудно. Ты сумочку сняла. Ты сумочку зато сняла. Сонь, ты хотела сама ее раскрыть, зайка. Ну, мама помочь хотела. Не надо расстраиваться, не расстраивайся. Хочешь, я обратно замотаю? Да. Давай. Я замотаю, и ты сама отснимешь, да? Да? Давай. Вот так я замотаю. Да. А теперь сама снимай. Опа, Сонька сняла. Это надо снять. Да. Зайчик, ты уже и хочешь сумочку одеть. А ты вторую сумочку пока открывай, да? Нет, это не куча. Это... Это не сумочка, а что это?
Тебе понравилась куколка? Да. А какая тебе больше нравится, Штеффи или Лоти? Это. А какая нравится больше? Это. Молодец, умничка. Это и это. Не надо делать выбор. Это, мама. Лоти пойдет гулять, да? Ручки, ручки. Что, что ты ищешь? Что ты потеряла? Это не ням-ням, это рюкзачок. Вот это ты ищешь? Да. Это Сонечка рюкзачок ее. Это ням-ням. Шоколадки носит? Или киндеры? Маркировка есть на туфельках, левый и правый. Давай вот эту сумочку мы оденем вот так через плечо. Давай. Ага, вот там. Подожди, вот так через одно плечо, на второе плечо. Вообще моднявая такая. Не-не-не, она одела сандалики, Сонечка, сапожки сюда не подходят. Мама Штеффи с куколкой Лоти идут гулять. За руки. Да, все. Да. Скажи теперь пока-пока. Не. Не хочешь говорить пока-пока? Нет. Нет, ты говори пока-пока и можешь дальше себе играться. Мы говорим пока-пока нашему зрителю.